Сегодня я купил в интернете от фирмы AromaK антитабачный ароматизатор воздуха. Что меня поразило, что сзади нарисована дохлая рыба. И надпись вот меня поразила. При попадании на кожу можно вызвать аллергию. Токсично для водяных организмов. Для экосистемы вредно. 5-9. Сделано в Польше. Значит, нельзя в глаза. Если на руки попало, то надо смыть срочно. Ну, теперь как оно работает. Открутить, вытянуть пробку, закрутить, перевернуть, и будет аромат. Открываем. Раздуваем. Ой, где-то штучка. Так. Цвет такой интересный. Так, а запах? Пошел. Могу разобрать какой. Ну, духи какие-то. Закрываем. Переворачиваем. Пошло уже или нет? Промокание пошло или нет? Да, уже пошло промокание вот возле центра. И пошел запах. Можно больше. Вот такая вот штучка. Так, вот это давай сделаем.